ничего на нас. Наши законы для людей, а у нас, оказывается, опять законы для олигархов. Проходим Верховную Раду, закрываемся, у нас 10 тысяч одних авансов, заходимо. Заходимо душнейше. Дружнейше проходимо, питаем мы. Коли это безпредел прекратится? Коли будут питать у нас людей хоть что-нибудь? Не надо его сменивать. Надо правильно голосовать! Правильно голосовать!